Мама. Не бойтесь, гражданочка. Подожди. Вот так встань. Вот так. Стой, кто идет. Мне бы с бойцами женского батальона поговорить. Много вас тут таких ходит. Я сказала, не пущу, все. Я из Смольного. С поручением склонить вас. Да? Что, склонить? Да. Склонить вас на сторону пролетарской революции. Хватит кормить буржуев! Долой временное правительство! Наши женщины должны принадлежать нашему народу! Мы хотим наших женщин! Чего вы хотите? Наших женщин? Ты кто такой вообще? Я большевик. Правда? Да, большевик. Ну, давай, большевик, заходи, посмотрим, какой ты большевик. Вот девчонки говорит, что большевик. Вы не революция. Тоже мне большевик. Так, фу, мелкий провокатор. Девчонки, ставьте его к стенке. Да по очереди только.